Очень ярко, я даже смотреть туда не могу, Миша. Раньше так не делал, как-то щадил меня. А так? Но тоже ярко. Во. Так лучше? Да. Продолжаем. Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова, и сегодня долгожданная распаковка первого заказа из 17-го каталога Oriflame. Ждали мы очень долго свой заказ, не потому что его долго не везли, а потому что мы сами уезжали в Москву и только вернулись, и как раз вот сегодня будем вместе с вами смотреть. Я, конечно, немножечко уже подсмотрела, но не все. Заказ на 200 баллов, и в том числе здесь есть комплект полотенец, два в количестве двух штук, большое и маленькое, и вот их-то я еще и не распаковывала и буду смотреть вместе с вами. Так, полотенца я получила за 299 рублей, они идут по акции, все, кто делал заказы в 16-м каталоге на 50 баллов и в 17-м на 50, могут заказать себе этот комплект всего за 299 рублей. Цена более чем приятная, по качеству полотенца отличное. Знаете, здесь не велюр или какая-то там, как вот бывают вельветовые полотенца, велюровые, это вот чисто хлопок, такой приятный, который впитывает, он не обладает какими-то там свойствами, вау, какое красивое. Ну, полотенце действительно приятный цвет, он не мышеходный серый, а я такой цвет называю тауп. Да, по-моему, тауп, он такой немножко вот с каким-то с фиолетовым, даже я не пойму, какое-то еще дополнение, то есть он такой мягкий и достаточно приятный. Сложно, да, 50 оттенков серого описать одним словом, но достаточно хороший, по качеству классный будет, уже чувствую, что это не... Бывают такие полотенца красивые-красивые, начинаешь вытираться, а они влагу вообще не впитывают, а это тот самый хлопок, который прям вот все забирает с кожи и оставляет только комфортное ощущение, при этом не слишком толстая, то есть нормальная набитость по качеству, если вот так смотреть, конечно, я не вижу там дырок каких-то, просветов, хорошая набивка, достаточно для того, чтобы полотенце быстро сохло, то есть когда они слишком набивные, они очень плохо просыхают, и если, например, на море высокая влажность, то там вообще полотенце трудно просушить, надо прям на солнце вешать, и если дома прохладно, тоже они не сохнут, эти же будут просыхать просто отлично. И вот полотенце для рук, оно, смотрите, достаточно большое, если вот так два раза свернуть, то оно, в общем-то, большое, вообще не маленькое, а банное полотенце, оно просто огромное, вот оно в два раза свернутое, по-моему, у него размер 140 на 90. Отлично, у меня будет еще возможность заказать еще один комплект, потому что я два делала заказа на себя и на Мишу, и я обязательно заберу второй комплект тоже, потому что серый цвет идеально подходит для нашей ванной. Так, далее, поехали. Со скидкой 50% я взяла ампулы с пептидами, беру себе, пользуюсь на регулярной уже основе и изредка делаю перерывы небольшие, потом опять заказываю эти ампулы, то есть у меня получается раз в месяц со скидкой 50% я забираю эти ампулы, их тут 7 штук, одна ампула на утро и вечер, и здесь есть все приспособления для того, чтобы вскрыть ампулу, пипетка, чтобы перелить туда средство и разделить на две части на кожу. Наносим на чистую сухую кожу, а сверху уже наносим крем, уже дополнительных сывороток не нужно. Так, убираю сюда. Я заказала по благотворительной акции такой пакетик, этот рисунок рисовал ребенок, один из подопечных, Гоши Куценко. Слушайте, я когда услышала эту информацию, подумала, почему же я один-то пакетик взяла, и я его оставлю себе, мне так нравится этот пакет, просто классный, я в него буду что-нибудь складывать, чтобы он всегда стоял в использовании,
потому что иногда я какие-то мелочи нужные, вот чтобы были под рукой, я их по пакетикам или по коробочкам раскладываю. Это очень мило, слушайте, это невероятно. Поэтому заказывайте себе пакетик, участвуйте в благотворительной акции, в такой, которой вы на 100% будете уверены, что эти деньги пойдут на детей, а не кому-то в карман. Так, смотрите, у меня тут такой интересный заказ, вы будете, наверное, улыбаться, потому что, скорее всего, у всех сейчас в коробках лежат аналогичные продукты. И здесь у нас сколько получается, 10 кусочков мыла, мыла из новой новогодней серии с ароматом корицы, яблок и ванили. Вскрываем один кусочек, а здесь печенка, печенка ароматная и с улыбочкой. Ручки, ножки, голова и улыбочка, все на месте, аромат шикарный. Вот прямо сейчас положу в мыльничку, там как раз мыло заканчивается, и будем пользоваться с удовольствием. У меня, кстати, уже заказывают, я взяла, не дожидаясь заказов, просто не успела с клиентами поработать, и я взяла на всякий случай несколько наборов про запас, чтобы обеспечить всех. Мне кажется, разберут очень быстро, симпатично, пахнет вкусно, новенькое, и самое главное, цена, очень приемлемая цена. Посмотрите сами каталог, и здесь у меня соответствующие крема для рук, точно такие же, как вы видите, дизайн точно такой, 75 миллилитров ароматного чуда. Так, один крем обязательно себе тоже оставляю, как обычно я беру набор, себе обязательно что-то выделяю. Так, здесь, наверное, больше 10, потому что у меня кто-то заказывал уже. Так, 5, да, и 2 под заказ. Один я беру себе, пробуем крем, такой нарядненький, очень хорошая тематика с печенками, потому что выпечка новогодняя, она настолько приятная. Мы только вернулись с Москвы, и там как раз везде пахло этой выпечкой, ваниль, корица в воздухе витает. Мы жили прям вот буквально, можно сказать, на Красной площади, но не прям вот на Красной, но в 2 шагах буквально вышли, 5 минут, и я уже вижу Кремль. Как обычно, эти крема, вот 75 миллилитров наши привычные в этих сериях, есть алоэ крем с арникой, с авокадо, с персиком, с кокосом, у них у всех примерно одинаковая консистенция, то есть они легкие, быстро впитываются, приятные ароматы, и самое главное, вот они хорошо напитывают кожу, при этом не оставляют вот липкости, жирности. Очень быстро крем ушел в кожу и оставил прям приятные ощущения. И это еще не все, я взяла еще 2 пены, потому что кто-то наверняка захочет полный комплект, это будет пена, крем и мыло, вот так это будет красиво выглядеть. Представьте, все это положить в мешочек, ну, например, в этот же мешочек, я сейчас его распакую, он достаточно большой и помещает в себя сразу несколько продуктов. Так, открываем, что-то она тут зацепилась. Ой, как это мило, голубой с желтым так здорово сочетаются, как небо и солнце, да? Так, веревочки, такие вот веревочки, если сюда мы положим, еще и открытку можно подписать, я буду сама рисовать немножко открыток. Классный, такой приятный подарок, слушайте, я бы просто уже от одного пакетика была в восторге, а когда заглянешь вовнутрь и увидишь там вот эту красоту, мне кажется, становится настроение сразу улучшаться. Подарки получать всегда приятно, и приятно их дарить. А самое главное, нужно дарить оформленные подарки, тогда они будут еще более ярко восприниматься, то есть с большим удовольствием. Смотрите, что у меня заказали. 2 набора у меня уже заказали. В этом каталоге какая-то просто сумасшедшая акция, всего за 499 рублей. Аромат мужской и шампунь, как раз он у нас идет для волос и тела, то есть можно полностью мужчине взять и искупаться с кончиков волос до пяточек.
И представьте, вот это все стоит всего 499 рублей. Мне кажется, таких акций мы с вами давно не встречали. Так, давайте то, что я себе вот сюда уберу. И от этого становится вдвойне приятней, да, что мы можем сейчас своим мужчинам заказать чудесный аромат еще с огромной скидкой, как бонус получить еще и шампунь для волос и тела. Потрясающе. Я тоже думаю, что очень быстро разберут, поэтому заказала сразу побольше. Взяла, это у меня под заказ гель для душа серия Discava 250 миллилитров в новогоднем дизайне, густой ароматный гель. У меня вот только закончился такой, был желтенький с ананасами, я его очень люблю и обязательно закажу. Кстати, у меня сейчас открыт голливудские мечты, вот такой же красненький, мне его прислали на обзор, он такой прям вот ароматный, отличный. Так, интересно, вы заметили, что в этом каталоге набор пряный цитрус идет по очень выгодной цене? Здесь у нас мыло в форме апельсина, то есть там как будто вот апельсин, так серединку из него вырезали, такая круглая долька апельсина, толстенькая, как ручной работы. И крем для рук, это тоже под заказ, поэтому не открываем. Но я в видео, кстати, часто показываю, когда делаю распаковку, если я себе беру, я все время кусочек открываю и показываю, насколько он хорош. Аромат бесподобный, просто шикарный. А еще у меня заказали набор клюквенное блаженство, здесь в составе клюква и имбирь, они прекрасно увлажняют кожу, ухаживают за ней, аромат приятный. Я себе тоже взяла такой набор, кстати, сейчас таким кремом мажусь, очень нравится. И крем для душа, крем для душа, он сразу кожу напитывает, и уже на этапе купания мы получаем мягенькую кожу. У меня раньше как было: искупалась, выхожу, кожа вся вот такая вот стянутая, мне нужно быстрее кремом мазать. Сейчас такого нет, даже когда гелем купаюсь, все равно нет такой сухости, потому что они очень приятные по консистенции и хороший состав питательный. Так, вы, наверное, заметили, что в каталоге, если два продукта брать из серии HairX, то на них большая скидка, и поэтому я посмотрела запасы. Шампуней много, маски есть очень много, а кондиционеров маловато. Я взяла два кондиционера, это одна из моих любимых серий климат-контроль. Вот особенно удобно сейчас зимой использовать эту серию, потому что благодаря этой серии волосы не так сильно электризуются, они более мягкие, послушные и хорошо увлажненные. Потому что из-за этих перепадов на улице мороз, сырость, например, в доме жара, сухой воздух, это большой стресс для наших причесок, да, для наших косичек, поэтому нужно о них заботиться. Так, заказали у меня зубную пасту травяной комплекс, я, кстати, тоже начала ей пользоваться. Ну вот, кстати, у меня по ощущениям предыдущая паста мне нравится больше, как будто вот она поярче, что ли, по вкусу, более резкая, насыщенная, это мягче, это нежнее. У меня нет такого ощущения, что вот прям во рту как генеральную уборку сделали. Вот, ну, на мой взгляд, пока я, может быть, не на 100% прочувствовала, буквально пару раз ей зубы почистила, вот. И для чувствительных зубов сначала понравилось, а потом поняла, что слишком мягко, нужно что-то более такое вот прям для десен, для зубов, чтобы лучше очищать, ярче был вот выражен освежающий эффект. Поэтому мне интересно ваше мнение тоже послушать, пишите в комментариях, как вам новые зубные пасты, понравились или, да, есть какие-то пожелания к ним. Там, верните старые пасты, я всегда так говорю, да. Так, заказала, вы знаете, я в прошлый раз, когда крем для ног был с большой скидкой, я несколько раз его заказывала, даже один открывала, пробовала, подружка забрала, я опять заказала, опять я что-то их брала по одному, по два, их все разбирают. Этот я заказала себе, уже никому не отдам, с черешней и миндалем. Такой аромат, он такой жирненький, густой, классный. Так, мне заказали лак для волос серия HairX. У меня, кстати, был лак еще из старой коллекции, я его подарила одной клиентке за огромный заказ, то есть она сделала заказ где-то на 2500 или на 3000, я смотрю, лак стоит, мы не пользуемся, я взяла и в подарок его туда положила.
Думаю, классный, дорогой, тем более вижу, что она укладочку делает, всегда такая дамочка вообще шикарная. И она мне звонит и говорит: Лиля, мне срочно нужен ваш лак для волос. Я говорю: понравился? Она говорит: шикарный просто. И вот я увидела, что он со скидкой в этом каталоге, и сразу ей предложила взять его по более выгодной цене. Поэтому если сами не пробовали лак, вот используйте отзыв, всем нравятся наши лаки, они легкие, хорошо фиксируют волосы, с ними такие вот не утяжеленные, не липкие, он прям классный, просто то, что нужно, легкая фиксация надолго. Так, еще гель для душа, я не знаю, может быть, мне его на обзор прислали, скорее всего, мне его прислали на обзор, потому что будет в следующем каталоге. Прислали мне вот этот гель и еще, по-моему, какие-то продукты. Да, хотела оставить на десерт, но уже чувствую, не могу удержаться. Это новое средство смягчающее с ароматом клубники. Как будто бы в компании услышали мой запрос, я как-то проговорилась, было бы здорово с бананом и с клубникой. Вот у нас с клубникой появился, я не удивлюсь, если будет еще с ароматом банана. Нежно-нежная розовая коробочка, нежно-розовая баночка, мне кажется, можно просто вот уже не глядя заказывать. Ой, ну он не пахнет клубникой, вот как я думала, что будет живая клубника, скорее пахнет какими-то сливочными конфетками, ягодные, однозначно есть ягодный аромат, но не яркий клубничный. Очень вкусно, вот просто у меня слюни уже во рту, это безумно вкусно. Ну а я не могу, надо пробовать, да, капельку. Ой, у меня тут крем намазан. А вот так интересней аромат, когда я его намазала на кожу и, наверное, еще смешался с ароматом крема, стало очень вкусно. В общем-то, нас ждет чудо-новинка, просто невероятно. Девочки, заказывайте и на подарки, и на комплименты. Будут все очень рады. Так, сейчас покажу еще, что у меня в заказе, а потом покажу еще один продукт, который мне заказали. Так, тушь, мне кажется, еще должна быть одна тушь, но может быть, а вот она, тушь гипнотик. Оказывается, эта тушь к нам вернулась, она раньше называлась тушь с эффектом театральных ресниц, по-моему, или накладных ресниц, по-моему. И вот это точно такая же кисточка и тушь, действительно очень хорошо удлиняет, расчесывает, укладывает, подкручивает ресницы. Я уже сделала видео обзор, посмотрите на канале, есть, где я делаю 3 слоя, 2 слоя, прям в прямом эфире крашусь. Единственное, что, конечно, вот когда на камеру красишься, не получается такого эффекта, как делаешь сама, там с толком, с расстановкой, удобно там крутишься, зеркало как удобно. И поэтому я хочу сказать, что тушь действительно классная, она, ну, для меня точно не хуже, чем тушь 5 в 1, поэтому можно иногда менять то одну, то другую, заказывать. И у меня, кстати, уже ее тоже заказали, у меня есть клиенты, которые раньше обожали эту тушь с эффектом накладных ресниц, и когда я сказала, что она вернулась, все такие: о, классно, хочу, хочу, хочу. Так, здесь еще огромное количество крем для рук. Я не знаю, мне кажется, я его сейчас припрячу до 8 марта, тут не так уж и долго ждать. Я на всякий случай взяла 10 штук. Я не знаю, много это или мало, но когда я увидела, что это за крем, что этот крем из серии Women's Collection с ароматом сирени, вы даже не представляете, насколько это вкусно. Во-первых, сам флакон красиво оформлен, тюбик такой нежно-молочного цвета, чуть-чуть вот как вот желтинкой, называется цвет слоновая кость, букет белой сирени, так нежно, мне кажется, это самый будет крутой подарок на 8 марта. Вот девочки в основном все обмениваются какими-то маленькими подарочками, вот что-то друг другу всегда дарят, но мне кажется, вот за 100 рублей, по-моему, он 119 рублей всего стоит, этот парфюмированный крем, он с ароматом самого парфюма. Это так классно пахнет, так вкусно и красиво, посмотрите. Вот, давайте один мне выберем, потому что мне хочется его попробовать. Вот этот будет мой. Итак, да, пахнет шикарно. Я уже понюхала, а сейчас я с вами его попробую.
Вот, капельку крема. Сразу тот флакончик, который я попробовала, откладывала в сторону. И смотрим, легенький, нежненький, скользящий. Ой, как это вкусно пахнет! У меня даже такое желание есть заказать этот аромат, потому что я очень люблю аромат сирени, а у нас как-то вот сейчас, мне кажется, и нет другого варианта. Да, очень вкусно. По такой прям белоцветочный аромат, супер! Посмотрите, как это классно выглядит. Поэтому я, конечно, позаботилась о своих клиентах, и я знаю, что будут брать с удовольствием даже не по одному, потому что вот в прошлом году, когда у нас были вот эти коробочки с кремами, три крема: сирень, жасмин и пион, и вот они были именно в красивом дизайне, в цветочном. У меня их разбирали в одни руки три коробки, 4, 5, 1, 2, то есть брали на подарки, потому что это очень красивый подарок, можно разделить, по одному крему подарить или сразу весь набор. Так, мы переедем немножечко вперед, потому что у меня еще много чего вам нужно показать. Давайте вот сюда у нас переедут кремики. Так, не падайте. Ну ладно, кто-то упал, мы им простим это, да? Все. И посмотрим, что у меня еще интересненького, потому что одна коробка закончилась, а у меня еще целая коробка. Так, крем для лица, я смотрю, он один, дневной, просто он в этом каталоге с огромной скидкой, а среди моих клиентов он очень популярный, и я всегда держу в запасе крем, потому что я заметила, у меня клиенты всегда вот так вот: крем кончился, у тебя есть что-нибудь в наличии? Я говорю: есть. Всегда держу в наличии какие-то крема, либо бальзам Королевский бархат, крем осветляющий серии Optimals, и вот этот крем, он более как бы такой вот, ну, нравится многим, поэтому тоже можете взять на заметку, потому что как-то беспроигрышный вариант. На Wedge не всегда берут, и все-таки я на Wedge предпочитаю рекомендовать набором, чтобы был классный эффект у девушки или у мужчины. А вот такой крем, в общем-то, можно встраивать в любой комплекс. Если уже что-то есть там для умывания, для тонизирования, то этот крем просто вот будет как хороший дополнительный уход, классный, просто легенький, приятный. Так, у меня в заказе серия Giordani Gold, это для одной клиентки тоже. Что-то она еще заказала. Ага, блеск и, по-моему, не помню, что за помада. Что-то она еще заказала. А, и вот, то есть одна клиентка заказала сразу мой любимый бронзо-карандаш, вот, который я крашу в нижней части под ресничками. Им также можно полностью красить или стрелку, или прям тени делать, шикарные стойкие тени. Блеск для губ, он сейчас со скидкой. Я его себе заказала, но у меня она уже выпросила, сегодня позвонила. И заберет еще один коричневый, который у меня уже есть, представляете? А он, правда, очень красивый, я себе его все равно закажу, потому что я очень люблю блески. Лак топ, топовое покрытие с блестками, он у меня сейчас как раз на ногтях. Я о нем тоже рассказывала видео. И здесь у нас карандаш для губ Gardenia, по-моему, да, Gardenia, кстати, она уже его брала, очень хороший карандаш, он такого цвета приятного, он нейтральный, то есть под все нюдовые, коричневые, светлые помады он очень здорово подходит. А с другой стороны, кстати, кисточка в этом карандаше. И помада, как вы думаете, какая? Конечно, та, которая есть у меня, я ее просто показала цвет, дала помазать на руке и сразу получила заказ, потому что это просто шикарная помада, теплый кашемир. Тоже у меня она есть, на нее отдельный видеообзор, посмотрите, какой цвет. И она стойкая, отлично лежит на губах, ее можно под маску носить совершенно спокойно, она не растечется, не испачкает маску. Так, это у меня заказали крем с ягодами годжи и органическим овсом. Он такой легенький, нежненький. Я из этой серии, серии Love Nature, больше люблю, конечно, маску. Крема я использую только для уже антивозрастной кожи серии Novage. Иногда беру Королевский бархат, ну просто для того, чтобы как-то вот разнообразить уход. А вот такие средства очень любят женщины, особенно, да, вот шею, декольте мазать, когда вот хочется,
Ну, что-то тоже новенького. Так, далее. Здесь у меня как-то много помад, я даже не помню, откуда их так много. А, тоже у меня заказали клиенты. Серия On Color, 5 оттенков. Ого! Ой, какие красивые цвета. Я не знаю, может быть, вам их близко показать. Конечно, помазать не получится. Давайте посмотрим вблизи. Просто я их открою и крупным планом покажу вам, потому что все равно некоторые цвета в каталоге отличаются от цвета, когда его видишь вот вживую. Ну, конечно, покрасить не получится. К сожалению, на эти помады нет пробников. Но у них и стоимость очень невысокая, но они классные по качеству. 38 755, оттенок спелый абрикос. Вот он у нас, смотрите. Угу. То есть в помаде смотрится ярче, чем на картинке. Но как в деле будет, я пока не знаю, ни разу такую помаду не пробовала. Второй оттенок 38 745, мягкая корица. Ой, какой цвет красивый. Вот, кстати, здесь в каталоге очень близко как вот по тону, то что она не ярче, не бледнее, а очень близко к помаде в оригинале. 38 756, ищем где-то здесь рядом. Это пыльный розовый оттенок. Ой, какой красивый цвет. Ну, кстати, в каталоге мне кажется, он выглядит более розовым, а здесь какой-то более такой натуральный. Вау, какой цвет красивый. Очень интересно, как в деле. И две помады одинаковые, 38 744, и там, и там, поэтому будем открывать только одну. Оттенок медовый беж, тоже нежный, нежный, очень такой прям нюдовый. Отлично. И помада, мне кажется, тоже совпадает, цвет в каталоге и цвет самой помады. Я заказала еще два лака. Я все-таки не удержалась. Один дочке, один себе, лиловый клевер, по-моему. Слушайте, он очень красивый. Мне интересно его по плотности посмотреть, насколько они плотные или наоборот прозрачные такие вот. Итак, один оттенок у меня теплый беж 418-72, а второй как раз цветущий клевер 418-73. Я решила все-таки, что мы их с вами попробуем хотя бы на бумаге. Посмотреть, какая будет плотность у этого лака, насколько он хорошо перекрывает. Вау, отлично. То есть он не такой уж и прозрачный, чего я боялась. Вот даже в один слой уже выглядит симпатично. И сразу второй лак тоже попробуем. Так, тоже очень классный лак, такой цвет красивый. Здесь что-то я сэкономила, давайте еще разочек накрашу. То есть я думаю, если красить два слоя, будет очень красиво на ногтях смотреться. Такие классные переливы, прозрачные такие вот лаки. Так, а что же это за помада? А, это тоже, наверное, под заказ. Я так давно делала заказ, что я уже даже не помню, что, кому, себе я это заказала. У меня просто тетрадка есть, и я по этой тетрадке все проверю. Это помада с распродажи, я заказала в подарок свекрови. Все, я вспомнила. Когда мы нажимаем на акции, в раздел акции, там стоит распродажа, и там вот эти вот помады, кстати, они по очень тоже классной цене, и она как раз этот цвет любит. И я давно ей не покупала помаду, думаю, наверное, уже скоро закончится, надо пополнить запас. Так, еще я заказала мыло. Мыло новинка, просто захотела его посмотреть, прежде чем рекомендовать другим. Мыло в коробочке, а внутри никакой пленки нет, просто сразу кусочек мыла. Зимней тематикой. Ой, я не пойму, чем пахнет. Я почему-то ожидала какой-нибудь аромат хвои, что-нибудь. Ну, какой-то мягкий аромат. Даже не могу с чем-то его соотнести. Можно почитать в каталоге, кстати.
что там написано, но пока что просто нежненький, мягенький аромат. Тут елочки, снежинки на нем. Удобная форма, кстати, такая кругленькая форма для мыла, очень классная. Не знаю, просто вкусненький аромат. Не ассоциируется ни с каким-то фруктом или с какой-то едой, вот как, например, это мыло, да, оно сразу там ярко корица, ваниль, все такое вот, кондитерка. А здесь я, честно говоря, прям не услышала чего-то яркого, звучного. Вот что мне положили на обзор, девочки, это новые патчи киви. Здесь в наборе 8 штук. Ой, я обязательно попробую прям завтра утром, буду пробовать, посмотрю потом какой эффект, а потом запишем ролик. 8 штучек, то есть мы кладем куда хотим, все что хотим увлажнить. Какая прелесть! И они вот прям в форме киви, как будто фрукт порезали на тоненькие дольки и положили в пакетик. Слушайте, как это круто просто! Я так обрадовалась, когда увидела картинку в каталоге. Так, здесь у меня 5 пакетиков новогодних. Они как раз идут к мужским наборам. Смотрите, как здорово! Мало того, что набор за 499 рублей, еще и шикарный пакет в подарок, в который как раз этот набор можно будет положить. Слушайте, замечательные акции с пакетами сейчас идут. Так, здесь у меня пробники, набор пробников и каталогов, куча целая, видите, да? Я никогда не отказываюсь от каталогов, потому что они действительно нам очень нужны, они нам помогают для развития бизнеса. Так, здесь у меня ароматы. Я заказала как раз вот такой аромат, чтобы давать пробовать. Один еще я заказала такой же рыженький, потому что у меня есть в наличии. А один аромат Клава Кент мне пришел в наборе. Набор за 69 рублей. Три пробника и каталог новый. 69 рублей всего. По-моему, это классная акция, потому что пробники я раздарю клиентам, а каталог дам посмотреть. И получается, что у меня последний продукт здесь лежит, и я его ждала очень и очень сильно. Да, все, последний. Это новый аромат Eclat Blanc, Blanche. Надо прочитать в каталоге будет, как правильно будет называться. Кстати, у меня же есть каталог, тут должна быть расшифровка. Слушайте, я так ждала. Eclat Blanc, просто Eclat Blanc. У нас здесь мандариновый шприц, зимняя роза и мускус. Это основные нотки, но мы сейчас послушаем этот аромат, потому что мне просто не терпится его узнать получше. Я терла, конечно, уже страничку в каталоге, но согласитесь, это огромная разница, когда трешь от бумажки аромат и из оригинала. Это вообще два разных аромата. Слушайте, он маленький какой-то. Да, здесь 50 миллилитров, но выглядит он такой миниатюркой. Мне кажется, во всех женских ароматах 50 миллилитров, но этот мне кажется каким-то маленьким, таким хрупким. По сравнению с Eclat он просто такой гигант. Может быть, там объем больше, я не знаю. Итак, делаем дегустацию. Давайте так в крышечку. Ух ты! Это мой аромат 100%. Я люблю, когда какой-то фрукт сразу на переднем плане и в сердце аромата. Ой, какой вкусный! Какой-то, вот, знаете, неизбитый аромат в Oriflame. Даже не знаю, с чем сравнить. Может быть, он мне, знаете, что напомнил? Похожий аромат Люсия Брайт Аура, по-моему. Люсия, как же он называется? Нет, вот последний Люсия, голубенький такой, вот очень похож. Там тоже цитрусовая нотка звучит яркая, он такой легкий, звонкий. Обалденный вот аромат, праздник, аромат счастья, аромат настроения. Это он. Я, конечно, с ним похожу несколько дней, потом мы запишем обзор, я напишу свое мнение или расскажу его. Вообще здорово, прям
Действительно, настроение сразу поднялось. И еще здесь лежит какая-то волшебная бумажка. Я думаю, вы уже знакомы с этой акцией «Сумка Мания», потому что по этой акции вы можете собрать шикарную коллекцию сумок и чемодан еще. И просто будет очень классно, потому что сумки нужно все время менять, и здесь тем более они модные, трендовые, современные, удобные, разнообразные. Я уже 200 баллов накопила, представляете? Вот, у меня первые новички уже отправили заказы, так что хочу рюкзак в первую очередь. И очень мне понравилась сумка, которая так вот через плечо просто вешается, она настолько удобная, мне кажется, я все время с ней буду ходить, потому что она обалденная. Вот такой гигантский заказ, вот представьте, здесь 200 баллов всего, но из-за того, что все продукты такие низкобальные, недорогие, их очень много, из-за этого такой целый стол продуктов. Надеюсь, вам видео интересное, полезное. Пишите, что вы себе заказали, что вам особенно понравилось в этом каталоге, что вы рекомендуете своим клиентам и какие подарки вы планируете сделать своим близким. Надеюсь, что вы будете выбирать что-то из каталога Oriflame, потому что лучший подарок — это Oriflame. Спасибо за внимание, всего вам доброго, пока-пока. Мисс, фотку! Вообще просто вау, какое у меня заказище, посмотри. Класс! Я уже так хочу быстрее патчи попробовать. Какое-то, мне кажется, это чудо просто.